Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за среду, 7 апреля 2021 года, на нашем канале. X5 открывает распределительный центр в Подмосковье. Позис представил медтехнику для хранения вакцин на выставке в Узбекистане. Выставка продуктов питания Prodexpo 2021 пройдет с 12 по 16 апреля. Итак, первая новость сегодня. X5 открывает распределительный центр в Подмосковье. На территории Солнечногорского городского округа Московской области 7 апреля открывается новый логистический центр. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Открывается самый современный логистический центр среди подобных объектов компании X5 Retail Group. Построить его удалось менее чем за год. Площадь объекта составляет порядка 43 тысяч. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Позис представил медтехнику для хранения вакцин на выставке в Узбекистане. Компания Позис представила медицинскую холодильную и дезинфицирующую технику на международной промышленной выставке «Инопром» «Большая промышленная неделя в Узбекистане», в частности оборудование для хранения вакцин, а также облучатели-рециркуляторы. На сегодняшний день Позис является первым российским производителем медицинской техники, освоившим производство специализированного оборудования, полного температурного цикла стандарта «Холодовая цепь», отвечающего за безопасность транспортировки и хранения термозависимых лекарственных препаратов, реагентов, медикаментов и вакцин, в том числе и для хранения крови, плазмы. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Выставка продуктов питания Prodexpo 2021 пройдет с 12 по 16 апреля. С 12 по 16 апреля 2021 года в Москве, в экспоцентре на Красной Пресне, состоится 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства Prodexpo 2021. Главный отраслевой мегапроект Prodexpo 2021 организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.